здесь я жила в городе Ленинграде. Окончила школу. Школу закончила как раз в день войны. Мы только сдали экзамен перед войной. Должны были поехать по Неве на прогулку, как всегда, все школьники уезжают на прогулку после сдачи экзамена. Должны были прийти к 5 часам утра на причал, где стояли теплоходы. Вот. Только зашли мы в этот теплоход, как и сразу была команда: срочно выходите и станьте в строй напротив катера. Встали, вышел директор школы и говорит: ребята, вы сейчас все, наша прогулка отменяется, вы сейчас все должны идти домой срочно, всем никуда не ходить, на улице не бегать, идти срочно домой. Мы, значит, поехали. В чем дело? Никто не спрашивал, была команда, и поехали все домой. Завтра утром рано приходите в школу с рюкзаками. Да, на завтра утром рано прошли в школу. Родители не знали, что война. Вот. Спокойно в городе была очень спокойная обстановка. Никакой суматохи, никакой ни возни, ничего не было. Вот. На утро приходим в школу, объявляет нам, что опять не говорили, что война, что наша школа перебазируется из города Ленинграда в город Выборг. Мы, значит, вы должны завтра к такому-то часу прийти на электричку. Мы знали все, где эта электричка останавливается. С рюкзаками, вещи, чтобы ваши были. И поедем в Выборг. А дальше будет сказано, что делать. И только в Выборге, когда мы приехали, это уже был на второй, на третий день, нам сказали, что идет, что война, что немцы напали. И сразу же нас определили по звеньям. Вот такое звено, такое, номер звена и фамилия. Номер звена и фамилия. По 10-15 человек. Вы будете вечером ловить, которые сигналы дают самолетам из ракеты, ракетчиков, приходить к определенному участку. У меня был определен большой семиэтажный дом. Страшно было возле него стоять, возле этого дома. Вот. И вы, если вы заметите ракетчиков, сразу должны прибежать в штаб и сказать, значит, где этот ракетчик. Таким образом, я заметила только одного ракетчика. Но на дальнейшего ракетчика у меня смелости не хватило. Было так страшно, настолько было так страшно, вы себе не представляете. Несмотря на то, что мы уже вроде как бы привычные, что к войне. Финская же война только закончилась. Финская война была. Мы же тоже по городу, по улицам ходили. И, ну, не ракетчиков мы не ловили, а смотрели, чтобы не было бандитов, хулиганов таких, которые, значит, с детьми. Ну, в общем, оберегали город. Это вот во время финской войны. Поэтому, казалось бы, я уже должна была быть подготовлена. Но, дорогие ребята, к плохому человек никогда не готов. Плохое, самое страшное,
это не выскажить, это какая на это война. Пусть забрали нас потом из Выборга, а уже я заканчивала эту школу, дали документы, определили у меня должность, кем я могу работать после этой школы. Вот, и отправили в город Петрозаводск, в отдел народного образования при Онежского района города Петрозаводска. Вот в городе Петрозаводск я приехала в тот же день. Дали нам, значит, меня поставили инспектором РАНО. Вот, по учреждениям культуры. Клубы были в моем ведении, библиотеки, дома культуры, города нашего района, Прионежского района города Петрозаводска. И затем проработала я неделю, как поступает приказ срочно выехать в район в район Карелии. Я не помню уже, в какой дом культуры, для того, чтобы срочно упаковать все произведения Ленина, Сталина, ну, в общем, марксистов. И мы упаковывали все эти, значит, произведения все. И в том числе и художественное произведение, то есть ценные картины. А ценных картин в Карелии, в домах культуры было очень много. Очень там близко Ленинград, близко музей. Поэтому они обменивались, посылали на выставки. И как раз в этот период времени, июнь месяц, конец июня, июль уже был месяц, да, и мы этой работой занимались. Приехала я, все мы сделали, упаковали, все определили, места, все по железной дороге отправляли. Приехала после командировки опять город Петрозаводск, а в городе Петрозаводске уже за этот период времени почти все население города было эвакуировано. Эвакуировано по Онеге, водой, значит, по железной дороге. Ну, на самолетах очень мало тогда не было такой возможности, чтобы, конечно, эвакуировали более, ну, таких необходимых, важных, вот показывают сейчас, что крупные специалисты отправляли их и самолетами. И такое было. Ну, а я приехала, когда в Петрозаводск, я была во всем доме, на большой трехэтажный дом, одна единственная. По улице Болотной, где стоял наш дом в городе Петрозаводске, на берегу Онеги, никого народу. Представьте себе, девчонки, 18 лет, и она, значит, одна в этом, в таком районе, в таком месте, на отшибе уже этого самого улиц нету, уже нету, на берегу Онеги наш этот самый дом стоял, и улица Болотная на берегу Онежского озера. Никого народу. Страшно очень. А тут летают самолеты, бросают бомбы, особенно зажигательные. Откуда берется молодежь, мальчишки?
Так на улице нету никого. Как только зажигательная бомба летит, и бегут сразу по этим самым по домам, борются с этими зажигательными бомбами. Вот меня удивляет, знаете, смелость вот таких подростков. У меня братишка был, ему было всего-навсего 14 лет. И он, знаете, как только засвистит эта бомба, он сразу все бросает и на чердак. Понимаете, вот смелость не отнять у русских мальчишек. Страшное дело одна. Я вам сказала, что я одна. Боюсь. Я иду, значит, вот как вышла на улицу, был июнь месяц, конец июня, июль уже. Я легко очень одета, иду, на работе никого нету. Райисполком выехали, все, никого нету в городе. Значит, я иду тогда в ЦК комсомола, Карело-Финская республика тогда была до войны. Прихожу я в ЦК комсомола, а там у нас был секретарь ЦК комсомола. Вот, он мне дает направление в политотдел 7-й армии. Я беру это направление в политотдел 7-й армии и, значит, прихожу. Они посмотрели направление из ЦК комсомола. Мне сразу, без там слов не спрашивали, хочешь, не хочешь. Только меня спросили одно в ЦК комсомола. Вот слушай. У тебя, говорит, сейчас есть, говорит, три возможности. Значит, народ, ты как видишь, в городе никого нету. Значит, тебе первая возможность – остаться в городе и работать с нами в нашем штабе в тылу у немцев. Я стою, думаю, это вот страшно. Затем, значит, идти в партизаны. А я думаю, в партизаны, лес, тоже страшно. Или в армию. Я говорю, хорошо, да, давайте я пойду в армию. Тогда вот тебе путевка. Стоит на первом пути состав, комплектуется, госпиталь 26-й армии, армейский полевой госпиталь 27-65. Вот иди срочно, беги туда, не домой не иди, никаких вещей не бери, потому что ты уже не успеешь этого ничего взять, не успеешь к поезду, поезд уйдет, смотри, это, бомбежка. Ну, я, значит, я говорю, так у меня нет ничего, ничего там оденут. Я, значит, единственное был у меня паспорт в руке, и это направление ЦК комсомола, направление политотдела 7-й армии. Я, значит, это все взяла, прибегаю туда, а там уже эти самые пары набирает, колеса уже пых-пых-пых. Стоят телячьи вагоны, ну, они мытые, чистые. И открытая, я захожу, подхожу к одному телячьему вагону открытый, одни парни молодые. Я говорю, вот у меня такой-то госпиталь. Ага, значит, такой госпиталь, ты сейчас уже не успеешь в штаб этого госпиталя. Штаб госпиталя находится в голове состава, а голова состава далеко. Пока вместе добежишь до головы состава, поезд уйдет, он тебя ждать не будет. Вот, давай руки, и, значит, мы сейчас тебя поднимем, и, значит, на первой остановке, где он встанет, ты уйдешь в этот штаб. Я на войне была комсоргом госпиталя. Попала я в этот госпиталь, и все время я служила в этом госпитале. Вот. Сначала мне присвоили звание ефрейтор,
Вот. Потом мы закончила я уже гвардии старшим сержантом. Вот такой я чин заработала. Ну, чем я занималась? Значит, бегали, носили раненых, бомбили, когда нас сильно очень бомбили. Госпиталь поднимался из Петрозаводска, Медвежьегорск, Беломорск. Так, подождите. Сегежа, Лоухи, да, Лоухи, и мы на краю Белого моря встретили победу. Наш госпиталь передислоцировали, мы приехали, потом Карельский фронт закончился. Уже 44-й год, Карельский фронт закончился. А затем, значит, госпиталь перевели в составе той же 26-й армии в состав 3-го Украинского фронта. Сначала в Австрию, а потом в Венгрию. Мы стояли в Венгрии, возле, принимали раненых. Очень сильные были бои под озером Балатон. Вот, мы принимали раненых оттуда, и, значит, потом команда поступила, бои закончились, и нас госпиталь передислоцировали уже в Румынию, город Констанца. И когда стали переводить в Румынию город Констанца, вот здесь мы попали под сильнейший обстрел со стороны румынских недругов, будем так говорить. Мы же уже шли из Венгрии через Австрию на румынскую территорию. И в городе Констанце был наш конечный пункт. Вот в этом городе Констанце я работала потом библиотекарем, пока весь наши, как вам сказать, всех не эвакуировали, пока весь организация работы с людьми была на самом высоком уровне. Никто никого не забросили, никого не оставили, никого не обидели. Вот. И для этого мы, как обслуживающий персонал, даже вот библиотека была, да, в частности, я была как комсорком госпиталя, а потом, значит, и выполняла функции библиотеки. А потом я вышла замуж в этом самом, в конце 44-го года. И приехала сюда, в Сибирь. Муж мой родился на станции Куломзино. И родители его жили на станции Куломзино. Потом переехали в деревню Татьяновку Москаленского района. Полгода мы жили в Москаленском районе, а потом переехал он работать в город Омск, в строительную организацию. Он был строитель. Вот, я работала начальником отдела кадров треста хлебопечения. Был большой такой трест хлебопечения. Я начальником отдела кадров и секретарем партийной организации. Поскольку я в партию вступила в 43-м году. После хлебозавода меня направили учиться в партийную школу. Я закончила партийную школу. После партийной школы меня направили работать в Кировский райком партии. И я в Кировском районе проработала 20 лет. Сначала я работала 10 лет
заведующая отделом пропаганды и агитации райкома партии, а потом перешла работать в Кировский райисполком. И в Кировском райисполкоме я проработала секретарем Кировского райисполкома 10 лет. И была еще председателем комиссии по делам несовершеннолетних аж 15 лет Кировского района. На пенсии, вы знаете, пенсия штука такая, как вам сказать, для людей деятельных, то есть для таких, которые не могут без дела быть, пенсия очень тяжелая штука. Вот мне, например, уже 95 лет, и я в этом возрасте чувствую тяжесть безделья. Тяжесть безделья, честное слово. Мне хочется что-то делать, что-то вот куда-то идти, кому-то что-то помогать. Война страшная штука, а жизнь хороша. Хороша тем, что солнышко светит, что вокруг тебя твои люди, которые тебя любят и которых ты, без которых ты не можешь жить. Вот и в этом и прелесть вся жизнь.